Мы знаем, как шокатный. Всем привет. Ралли. Гоняем на самокате вечерком, часов сколько, 10, наверное, вечера уже. Вообще ништяк. Вот видите, 10 часов. Пытаемся возле магазина «Радуга» или торгового центра «Европа». Да, вдвоем, конечно, вот по холоду. Мы пидосу вот этому спутеру тяжеловато. Тяжело. Представьте, да, там 150 килограмм, грубо говоря, в одежде у нас. Электромоторчик тащит. Один вообще. На ура. Есть. Один вообще на ура тянет. Тут мой есть. Вообще радость. Вообще ништяк. Магазины все закрыты, никуда не зайдешь. Вот только на вынос там вот жарпица работает. Ну и продукты. Ну и все позакрыто. Приехали, думали, самокат возьмем на прокат, а самокатов нет. Видимо, сезон закончился. Самокатиков нет. Ничего, у нас есть очень так на круглый год. Свет включи, который. Все обозначения есть. Задний стоп-сигнал. Передняя фара. Боковые обозначения. И даже поворотник. Все полный. Сейчас я тоже прокачусь. Пара, конечно, меня вообще радует. Видит прям ярко. Только маленькие глаза. Лупит вообще. Можно я прокачусь? Я быстрее. Я рублю руль повыше. Вообще не пониже. Конечно, прочистить все надо. Понизу, да? Ничего. Ну, пока. Даже вот с летом на работу доберусь. Встал и поехал. И ништячок полный. We'll be right back.
насос привезли, полезно подключать. Видимо, уже подпустили. Больше 4 очков, по-моему. Всем пока.